В Красноярске продолжаются работы по ремонту и укреплению аварийных подпорных стен. Сегодня руководитель департамента городского хозяйства Игорь Тетенков провел выездное совещание и проверил, как идут строительные работы на улице Куйбышева. Здесь, в районе 85-го дома, чинят стену, которой более 40 лет. Сейчас подрядчик демонтирует старые бетонные блоки. В дальнейшем планируется заменить их откосы, которые укрепят специальной георешеткой, а сверху озеленят. Также на этом месте установят новую лестницу с пандусом и тротуары по верхней и нижней террасе нового откоса. При этом строители обещают, что сохранят все гаражи, которые находятся вблизи подпорной стены. Стоимость этого ремонта почти 6 миллионов рублей. Он закончится к 24 сентября. Мы планово работаем по укреплению подпорных стен. В городе и в департаменте городского хозяйства на учете более 250 подпорных стен. Отремонтировано и приведено в безопасное состояние порядка 55 подпорных стен. 36 у нас есть подпорные стены, разделяются как бы на сложные и менее сложные. Там, где подпорные стены сложные, конечно, на их необходимо проектирование. Вот на 36 объектов у нас дополнительно сделано проектирование. Значит, в этом году мы порядка 9 подпорных стен ремонтируем.